В ожидании чего-то. Ребят, мы движемся по улице Каинкозова. Блин, тут такая разбитая улица. Зато такой классный Lexus. И такая разбитая улица. Здесь также нету знаков, которые нам запрещают повернуть налево. Все, мы можем поехать налево. Смотри, тут у него встречка, какая-то сплошная линия. Он не знает, куда ехать. Смотри в зеркало. А, едут, Андрей. Только камеру не поли, Макс, камеру не поли. Чё, не отстань, Макс, они едут, Макс. У них не горит, смотри. Может, сейчас потихоньку нас догоним? Остановимся, наверное, да? А, тебя остановили? О, как надо сказали. Глуши мотор. Кошка, открывай. Дорожа, старшина милиции. Здравствуйте. Нарушение вашему понятно, не? Пока нет. Вы по мостовой дороге же выехали. Ага, протокол будем писать? Протокол нет. Можно так написать? Нельзя. Чего? Ну, вы говорите, что я по встречке ехал, давайте оформлять, я несите не по встречке, протокол. Я по односторонней дороге. Ну, по односторонней дороге ехал. Ну, вот, протокол будем писать? Вы же знаете. Ну, я не знаю, вы о чем. Вы же знаете. Давайте либо оформляться. Там, либо там, как в этом, как там, какая улица была в этом? Сейчас, Горького, Алексей Петровым рядом. Ага. Что за улица была? Напомните, что за улица была, я сейчас забыл. Не помню, о чем вы говорите. Ну, там тоже знак. Вы откуда сейчас выехали? А по Киевской ехали? По Киевской, да. В западном направлении, да? В западном направлении. Односторонняя дорога? Нет. Разве? Да общественный транспорт туда можно. Ну, ничего не видели. Нет, вы же говорите, в западном направлении по Киевской. В западном направлении, да, ехал, признаю, да. Частное авто? Да, частное авто, вот это авто. Вообще можно ехать? Да, можно. Разве? Ну, будем оформляться? Не, разве можно? Можно, говорю же, можно. Нами. Хотите, мы вам покажем, с вами прокатимся? Можете с нами сесть или мы к вам? Кстати, давайте посмотрим тогда. Посмотрим? Да. Мы к вам или вы к нам? Давайте мы к вам. Потому что если на нашей, мы будем нарушать. А на вашей, наверное, включим мигалки. Давайте. Давайте посмотрим. Все, поехали. Откуда выехали? С Каинкозова. То же самое, да? Знак один, да? Я не знаю, вот сейчас проедем с вами, посмотрим. Саша. Блин, бардак что-то подберем, да? А, давайте. Посвечу. Ты, Саша. Ой. Осторожней. Каинкозова Киевская, да? Каинкозова Киевская, да. Только машину, пожалуйста, не снимайте. А что, страшно, что ли? Спецмашина. Да так, что у вас? Нас же ведете по-любому. Правильно поймите, уже хорошо. Нет, ну можно же снимать, вы же как бы нас... Нет, я... Вы можете там снимать, пожалуйста, да? Все-таки все это чисто по-человечески. В окошко пусть снимает, да и все. Вы с дальним едете, если что? Там, блин, этот... А, не горит? Лампочки вам дают хоть? Да, мы
вчера поменяли, надо заменить только сегодня поехать. Там замыка ничего не прошло. Эй, сезон, где ты жить? Там разве знак не стоит? Сейчас увидим. Мы не заметили просто. Если сейчас есть знак, то оформляем. Надо оформить его как злостного нарушителя. А я буду свидетелем. Постоянно по встречке ездит. Говорит, я не видел знака, не видел знака. Макс, скажи два слова. Куда мы едем? Мы сейчас с инспекторами едем проверить, нарушил ты или не нарушил. Есть ли там знаки или нет. То, что ты ехал по встречке. По одностороннему движению улицы. Где только общественный транспорт ездит. 574 Дастан. Прямой эфир? Дастан, 574. У вас как лечит? 574, 574, набережная. Ерстай, Дебекей. Пожалуйста, я вас спец, даже спецмашина, пожалуйста. Видно только лицо Макса. Тут налево. Вот здесь налево. Да. Не-не, вот улица вот эта. Вот здесь налево. Народ, около мусорок машины не ставьте, пожалуйста. Вот ребята из Тазалыка ночью приезжают, всегда убирают их. Тут, кстати, не стоят нормально. Вот сейчас дальше будет улица Каинкозова. Следующая, да-да-да. Вот за мусорками сразу направо. Здесь. Да, вот здесь направо. Вот. Улица Каинкозова. Улица Каинкозова. Это Ташрабат. Байкал, здесь нет ничего. Здесь она очень разбита. Они сняли вот здесь брусчатку, потому что у них подвал затапливает. Решили сделать, но, короче, и не сделали уже. Сколько времени прошло. Кстати, вам бы этот рапорт написать, чтобы они тут дорогу сделали, потому что это улица все-таки, это не какой-то переулок или еще что-то. Видите, тут вообще невозможно. Хотя здесь нормально можно проезжать. 0 до улицы Тавсан. Все учтем. 0 до улицы Кыркыр. 0 до улицы Тавсан. 0 до улицы Кыркыр. Так. И вот здесь, налево. Можете поворачивать. Все понятно, понятно. Посмотрите, есть знаки? Все понятно. Вроде нету ничего. Рапорт нет. Нету тут. Нет, все понятно. Это нормальная улица, просто она не улица все знают. Каинкозова. Ну, поворачивайте налево, вам удобнее будет. Все понятно. Да вы не нарушите? Все понятно. Обратный визит, это Дишану. Самое. Ребят, я вам открою маленький секрет. Еще много улиц есть таких в городе, которые вам бы проверить, посмотреть. Именно в самом центре. Причем это такие улицы, прям, ну, я не знаю, прям такие топовые, назову так. Потому что там знаков реально не хватает. Это сейчас уже границу как откроют. Ну тут уже понятно, то, что. К нам приедут люди из-за границы, да, и сейчас же сезон будет скоро. Я надеюсь, все нормально будет. На Искуле и так далее. И тоже, блин, не дай бог, ДТП будет и еще что-то. Мы-то все, возможно, знаем, да, там кто как ездит, а они-то не знают. Ну тут уже конкретно с рапортом обратиться, так как уже знак придется. Ну тут очень срочно требуется, да. Что у вас там этот как его? Народ набирает, да? Да. Сколько зарплата? То мне пишут в личку, подписчики спрашивают, сколько. Ну я не говорю конкретно ваше, а вообще там сколько обещают? Не знаю, брат, это такое, что это. Не знаете? Именно, не знаю, сколько там.
Ну, там тысяч... от стажа, от звания, от должности. Ну, тысяч сколько там, 20-30, да, где-то так? Да, примерно. Ага. Вот зарплата хорошая. Ребят, зарплата хорошая, так что, если что, можете это, устраиваться. Сейчас в других местах столько зарплат. То есть там, там военник, правильно, нужен обязательно? Тебе тут ремень хотят. Военный билет принять. Нужен, а образование. Высшее? Нет, нет, нет. А среднее? Среднее, среднее образование. Да? 11 класс. Ага. Надо физу пройти, тест. Ребята, кто сейчас только зашел? Мы ехали по одной дороге. Нас остановили. Вот смысл, мы нарушали. Но выяснилось, что нарушений не было. Неделю приедем. Посмотреть нарушение будет еще раз. Ладно, инспектора, давайте счастливо туда. А, мы не выйдем, да, тут? А, это от нарушителей, да, чтобы не выходили. Кстати, ладно, все. Давайте. Спасибо. Счастливо.